Известный итальянский десерт готовится на основе сливок, но вы можете их с легкостью заменить молоком любой жирности. Ягодный мусс готовится из любых выбранных ягод – смородины, клубники, ежевики. Молочный десерт с ягодным муссом – излюбленное детское лакомство, от которого, впрочем, вряд ли сможет отказаться и взрослый человек. Подают панна-котту охлажденные вместе с чашечкой горячего напитка – чая или кофе, латте, капучино. Молоко 350 мл, любой жирности. Желатин – 15 грамм. Сахар – 5 столовых ложек, 2 столовые ложки, в молоко и 3 стл, в мусс. Смородина черная – 150 грамм. Вода 100 мл, горячая. Количество порций – 1-2. Подготовьте указанные ингредиенты. Ягоды можно использовать любые или заменить их сочными фруктами. Молоко любой жирности влейте в ковш, казан или кастрюлю. Поместите емкость на плиту и доведите практически до кипения, вмешивая в жидкость 2 столовые ложки сахарного песка. Вмешайте желатин, сняв емкость с плиты. Оставьте на 5 минут, чтобы он набух, и тщательно размешайте. Остудите примерно до комнатной температуры. Вмешайте желатин, сняв емкость с плиты. Оставьте на 5 минут, чтобы он набух, и тщательно размешайте. Остудите примерно до комнатной температуры. Промойте ягоды и высыпьте их в ковш. Всыпьте сахарный песок и влейте горячую воду. Отварите все примерно 5-8 минут, чтобы ягоды отдали жидкости свой цвет, вкус и аромат. Протрите их через ситечко и удалите жмых. В горячий ягодный компот добавьте желатин и тщательно его размешайте. Оставьте на 5 минут для набухания и еще раз перемешайте. Остудите до комнатной температуры. Разлейте ягодную жидкость в стаканы с молочным желе. Снова поместите в холодильник на 30 минут для застывания. При подаче десерт украсьте по своему вкусу.